В эфире «Экооборона Московской области» из Солнечногорского городского округа, рядом с деревней Дурыкино. Вот эта сельхозтерритория была раньше незаконной свалкой. Против нее шла борьба около 3 лет. Но сейчас вроде бы тут уже убрали. 11 октября Министерство экологии Московской области пообещало, что все здесь будет приведено в порядок. Но, в общем-то, свежего мусора здесь нет, но есть только какие-то горы грунта. Не исключено, что, так сказать, под ними что-то прячется, да? Но, тем не менее, в принципе, здесь стало чище. Какая-то машина стоит. Непонятно, с какой целью. Ну, в общем-то, конечно, душок есть небольшой. Такой мусорный. Но раньше здесь было намного хуже. Мы сейчас подходим поближе. Там какой-то КамАЗ, что ли, не вижу. Стоит. Ну, пока свежего мусора не видно. Но мы на всякий случай напишем, чтобы еще раз провели здесь проверку. Министерство экологии, Госавтехнадзор, везде напишем. Вот. Потому что на самом деле вот эти вот кучи якобы грунта. Вот, там человек какой-то, да? Вот, что-то он там звонит, беспокоится. Чего он так взволновался? Ну, не знаю, в общем-то. Ну, еще раз напишем, пускай проверят, что здесь так беспокоятся люди от нашего присутствия. На сельхозполях, мне кажется, вот такие кучи непонятного грунта, а скорее всего даже это строительный мусор, там вперемешку, может быть, даже с бытовым мусором. Вот здесь такого быть не должно. Нужно, конечно, тоже привести все в порядок. И чтобы это все выглядело как соседняя территория. Вот там действительно поле такое. Трава растет, деревца небольшие. Очень приятная такая обстановка. А здесь, конечно, все-таки следы свалки сохраняются. Здравствуйте. Как у вас дела? Да, мы с общественной проверкой пришли сегодня, вот 11 октября, нам обещали, что здесь будет все в порядке. Да, что здесь не будет мусора. Не будет. Ну, вроде как, да. Ну, ладно, хорошо. Да. Намного лучше стало, спасибо. Будем следить, чтобы нам здесь не замусорили. Будем надеяться, что прекратился незаконный ввоз мусора. И что теперь здесь будет все хорошо и не будет никаких свалок незаконных. Всем пока, спасибо за просмотр.